Вот мы на границе Чехии, 1 километр. Город Чеп. Сейчас будет, посмотрим, тут контроль, кстати, стоит или нет этих, полицейский контроль. Ну да, говорили, что поставили контроль недавно, которого не было в связи с нарушениями. По сути, с лета был контроль, бля, потому что Чехии, я выезжала с Украины, и контроль на Чехии был. Проверяли аусвайс паспорта, райзе паспорта, проверяли и свои же паспорта. Но такого не было раньше. О, так грибники, что грибники стоят. Тут надо обязательно быть внимательным. Ну, грибов, конечно же, сейчас много. О, девочки насобирали, смотри, но грибов. Грибочки. Мы тоже ходили, собирали. Где-то 2 килограмма насобирали. Маслят и белых. Ну все, сейчас едем, давай. Въехали. Въехали, таможни не было. Приехали, заехали на чешский Алиэкспресс, через китайский метров, рынок. Поверните налево, а затем налево. Погоди, не повернем, мы на рынок приехали. Казино. Китайская мафия тут, короче. И рестораны есть, да, тут постоянно. Кстати, много народу. Машин сколько стоит. Так немцы, смотри, здесь закупаться сюда приезжают. Да. Фирменная одежда, даже автобусы, вон, смотри, приезжают. Теперь поверните налево, а затем налево. Ну что, мы тоже что-то сейчас посмотрим. Что-нибудь посмотрим, да. Купим. Что там, Сереж, ты говорил, тут тебе нравится? Напиток? Ничего, посмотри. Напиток просто какой-то? Да, вон банки с газировками. А, с газировками банки, ага. Все то, что не нужно. То, что не нужно, то я хочу немножко попробовать. Понятно, понятно. Все, да. Теперь поверните. Этот, кого? Цены. Да, это купили самое. Мы вкусные колбаски. Куда передаем привет? А всему миру. Кстати, да. Насколько мы всего закупили? Мы закупили на 20... Не, на 30, на 40 евро. Вот, отвезли две колбаски. Спасибо большое, вкусненько. Это были венгерские колбаски. За шматьем мы не пойдем, наверное, нафиг надо. Пойдем баночки купим. Да? Нет, баночки. За одеждой нет. Ну, можно показать то, что много. Да, и китайский рынок, он китайский рынок. Пошли вон посмотрим в тути-шути и все вон сюда. Посмотрим, что. Вот, немножко прикупились, теперь заправимся, 1,40 рубль бензин. Ойро 40, да. Ну, на китайский рынок мы не стали ходить, китайцы кричат, снимать нельзя. А плюс там денег столько оставить можно за всякую ерунду. Да, немцев много, в основном покупают вот эти тоже, да, газированные напитки. Особенного такого, скажем так, если вещи не нужны, так цены такие же. Пойдем мы зайдем в продуктовый магазин, закупимся, чтобы потом не пыркаться. Мы проголодались. Да, сосисок купили на рынке, хорошо. Так, вот Глобус, хороший магазин в Чехии. И тут Глобус, и мебель есть. И тут мебельный, здесь и сеть просто магазинов. И Декольтон около Карлов в Варах. Где-то буквально в 5 километрах. 10 минут. Да, сейчас зайдем посмотрим. В принципе, там они Карловы-Вары небольшие, город. А и здесь и заправка, кстати, дешевле, чем мы там и заправили. Да. Блин. На 10 их. А что у них крон. Какие? Крон, злотые или кто там? Нет. А, кроны, да. Чешские кроны, да. На 10 крон дешевле. Ладно, идем. Ну вот мы в Глобусе. Народу нету сегодня, хорошо. Так, ну там у нас это как. Туда мы не пойдем, там вот всякая ерунда, мы за едой. Просеку. Что ты будешь брать? Просеку. Ну, просеку — это знаменитая же еда. Да, ничего не знаменитая, лад. Понты, короче. Понты? Вино с шипучкой и все. Не, просто я не могу въехать еще перевод.
2 ойра 50 тыкв. 2,50 бутылка стоит. Ага. Ну, хочешь, бери, все пошли. Я же вам лучше бы их вино полудмина или как мы это как. Ну оставь, потом выложим, если что. Ага. Ладно, пошли. Так. Масло. Вон оливковое масло. 300 на 25. Ладно, ты 10 евро. 1,40, ну так же. Оливковое? Да. Обычно. Литр. Ну так же. Не, я просто говорю, то, что это цена. 12 евро где-то литр. Вон обычно 54, 2 ойра, ничего себе, вон 47. А вон 29. 2. На, вон, 29. Соевые соусы. Мы попробуем. Грибной. Ни разу не. Да. Кстати, вон там еще, смотри, вон еще бутылки. Вон большие бутылки. Сейчас возьмем соус и идем дальше. Какой-то как губка. Давай возьмем. Давай возьмем один такой. А вот копченый. Копченый, моченый, ой, зеленый. Господи. Тортик. А вот этот тортик надо запекать. Смотри, слышишь? Он с маслом там что-то или что-то. Думаешь, да, там сыр внутри, да, его надо запекать. А что, кроме сыра? Это хлеб порезанный, там внутри сыр, колбаса может быть, еще что-то всякое. Бурда. Почему? Ну, дома можно сделать сыр. А. Да, в овощной и все. Выходим отсюда. Паприка. Курочка 2 ойра килограмм это? Да. Или одна курица 2 ойра? Нет, килограмм. Когда... 2 ойра целая курица, капец. Килограмм. Офигеть. А курица... 6 штук максимум, можно... А у курицы... 1,5 килограмма. А так курица стоит 3 евро. Вот это вот рай для меня. Короче, набираем кто что хочет. Слышь? Это жесть, какое тут мороженое. Сколько? 1,5 килограмма. 3 ойра стоит такая банка. Блин. Уходим, мы уходим отсюда, уходим. Итак, вышли мы из магазина. Это те, кто, как говорится, да мы за здоровый образ жизни поехали. Набрали всякой фигни. Ну как нельзя тут? От таких плюшек, блин, это вафли их не, чипсы невкусные. И бехеровка какая-то, сор... апельсин и оранж. Ну там 20 градусов, это Лара там. Что-то... А, сосиски. Сосиски называются дьявольские сигареты какие-то. Дьявольские цигарки, да? Да. Нашла деньги их? Да, нашла. Ну все, иди за кофе, нам осталось буквально 10 километров, и мы дома. Пока он выложится. Все, бегом. Угу. Хожу. Хожу. Вот мы приехали в такую красоту. Серега разгружается. Домик такой красивенький. Мы что, полезного не купили? Кроме булок. Спокойненький такой райончик. Птички поют. Алло. Сейчас будем селиться. Вот, заехали мы в номер. В принципе, мы хотели по соседству, вот, но она, походу, занята. Мы думали, что мы в наш номер заедем. Да, в котором мы уже 2 года или 3 отдыхаем. Они уже как бы знали нам все время его. Но не попало. В этот раз рядышком соседний номер. Без балкона.
вот, без балкончика. Ну, в принципе, вот такой вот санузел, вот, плита, духовка. Там духовки не было, такой плюс здесь, вот. Меня лучше балкончик, духовка. Чего? Да, ну, балкон, ну, ладно, есть. Вон окно, да, открывается. Так, балкона у нас нету, блин. Ага, пофиг. Что видно из нашего окошка? Над нами тучки. Дальше хорошо. Вот так вот. Ковровые вары. Практически вид сверху. Что, были мы на балконе, вернее на окне. И теперь пошли за водой. У нас тут магазин рядом есть. Побежали. Но, как всегда, опять нам приходится спускаться с горы. Как мы любим по горам ползать. Но мы сами виноваты, потому что... По поводу забронирования. Надо ничего мы не виноваты. Там не было написано. Я еще раз посмотрел. Вот мы оттуда вот. Спускались. Цена разная с балконом. У вас без балкона. Там не написано с балконом. Ну да. Вот и все. О, старенькие топак. Домики. А вот мы практически уже спустились, Мадонна, до источников. Гранде, Мадонна. Какой отель элитный. Тихо, нас машина хочет задавить. Церковь. А лучше к тебе зачем? А вот в этом ресторанчике мы как-то кушали. У Крыжовники. В Крыжовники. Че, пошли? Мы вот тут в Крыжовнике ели. В Крыжовнике, слышишь? О, церковь. А это чья церковь? Это не чешская вроде бы. Сейчас мы вот сюда вот пойдем. Там можно подышать. Погоди, Клава. Ощущение? А? Но, так она в воде уже. И вот там мы были на экскурсии еще один раз. Там нас спускали вниз. Смотрели, какой свет воды был. А, подземный. Да. Пойдем на другой. Вон там больше бежит. Горячий. 72 градуса. Ясень пень горячая. Кажется, твоей бутылочкой. Сколько минералов, что меняет цвет поверхности. Так вон звездка, смотри, какая. Кружка специальная, угу, для того, чтобы воду пить. Миллион здесь их подается, так что можно специально приехать таким носиком. Очень так, удобно. Пойдем. Почему? Потому что вода очень обладает таким свойством, которое может нарушать зубную эмаль, поэтому желательно пить через носик. Это надо учитывать. Я вообще-то пью через ротик. Я через носик не могу пить. Через носик чашечки. Ага, вот это другое. Это тоже вот так вода идет из-под земли. Но раньше он больше был. О, гигиена. Пойдем зайдем в этот. Вон там. Вредильни колоннада. Все, пойдем к ней. Пойдем к князю Врацлаву, пойдем. А, здесь интересно и попутешествовать, и посмотреть достопримечательности. Ну, максимум на 2 дня, и все. Ну, да, я бы тоже сказала. Ну, так как у нас лесопедки, мы угоним.
Сейчас к Надю в Ростову пойдем. 64 градуса. Ну, много. Мы были в том году, тут все, вот это было практически закрыто. Ремонтировалось. Сейчас все работает. Что самое главное, вот, допустим, я заметила, что много очень новых людей, потому что мало кто ходит даже с этими чашками. Мы как-то были в прошлый раз, там практически все ходили с этими чашками. Специальными для того, чтобы пить эту воду. Ну, ты интересно сказала, новых людей, как будто мы тут всех знаем. Ну, имеется в виду то, что, смотри, вот, что мы вот идем, смотрим, нету с чашечками вообще никого. А, сейчас заехали, наверное, только. Сейчас кино покупают. Сейчас посмотрим дальше. Да. Сейчас мы тоже мне купим чашечку. Сейчас поменяем деньги, 100 евро, это будет 2410 ихних. Короче, мне купили тоже кружку, 170 ихних, 170 разделить на 25, 170, 50, 50, 3, 4 евро, 6, 160. Отель Минуэт. Голубь. Ладно. Так можно же отсюда пить, она же все равно бежит из этих источников всех, наверное. Нет. Нет? Нет. А если тут искупаться... Она из источника бьет из-под земли. А если тут... Это ничего, да? Не омолодеешь? Это просто... Ай, ну ладно, пошли тогда дальше. Колоннада. Как это Лар, как эта колоннада называется? Вот это вот. А? Садовая? Мельничная. Да. Ну пошли. Пошли в мельничную, там можно прятаться. Ну и голубь опять. Иди туда. Иди спрячься за колонну. Опа. Шестьдесят градусов. Первый день мы пьем все подряд. Все, что попало. Неважно, это первый день, это нормально. Это неправильно. Какая разница? Окей. Потому что... А потом начинаем выборочно. Это неправильно, особенно делать первый день. Не рекомендую. Ух ты, кто там? Кому-то вот плохо? Заболевание желудочно-кишечное. Желательно пить правильно. Вот, потому что может быть у кого-то запор, а у кого-то наоборот понос. Ну вот надо у кого-то учитывать это, потому что соль содержится и определенные щелочной этот раствор. Кому как он идет, поэтому надо обязательно это все прочитать. Сейчас мы попьем, я тоже из носика заценю. Ну реально с носиком прикольней. А. Вот. Нет, это киоск с бехеровкой. Как говорит тетя из этого киоска, то только у нее настоящая бехеровка, да, и да, самая, да, дешевая. Ага. Но в магазине. Она дешевле. Но в магазине она в несколько раз дешевле. Ну не несколько, но подешевле. И мы взяли себе. Что, нет, Лар? 200. Нет, есть, но это кардинал. У нее 250 она стоит, в магазине 300, реально у нее дешевле. Да о, ладно?
Прамин Свобода. Там достал. Это мужская сила. А что тут тетеньки делают? Похоже. Я его не пью. Это у нас дочек любит Сергей, потому что каждый год приезжает сюда и подзаряжает себя. Да я и так. А я думаю, что он сюда прилип? Он только здесь. Если его искать здесь, если мы теряемся, я нахожу его здесь. А оказывается, что этот источник называется Свобода, который с температурой 57 градусов, самый горячий в садовой колоннаде. Они тут три источника. Это источник Свобода, источник Змеиный, вот, и еще Садовой. Но Свобода, он отличается тем, что является напитком мужского здоровья и помогает вылечить воспаление предстательной железы и нормализовать гормональное нарушение и повысить потенцию. У меня ничего не болит, но все хорошо. Так что, у кого есть желание здесь оздоровиться, пожалуйста. Это, но Сергей все время здесь обитает. Вот иногда теряемся с ним, но я знаю, да, где его найти. Потому что я хочу жить до 100 лет, как говорится, с до 120. С нормальным половым органом. Да. Я сходил за второй порцией, и тут как раз Лара что-то нашла еще. Да, кстати, не договорила. Самое главное, что эта вода не только для того, чтобы повышать гормональные функции, а еще воду также назначают для очищения желчного пузыря и от желчи. Она способствует образованию ферментов поджелудочной железы. Есть еще один источник, который неофициально идет под номером 13. Наводим налево, налево. А левое, это где? Называется Бехеровка. Известен он под названием Бехеровка. Он улучшает общее состояние и повышает иммунную систему организма. Так что... Короче, глоток из Свободы и глоток из зеленой бутылки. И вы свободны от всего. Ну что, пойдем к змее, любимому источнику Лары. А, кстати, насчет этого ликера Бехеровка и прочее. У нее дороже, чем в соседнем киоске, но дешевле, чем в магазине. Вот киоск напротив, в обычный киоск, стоит 240, кардинал медовый напиток, который мы пьем. А у нее 255, но в магазине этот кардинал стоит 300. Где-то она была права, но где-то обманула. Короче, Бехеровку лучше покупать в киоске напротив, там дешевле. Если что. О, лошадки. Король Врацлав поехал. Так, я тебе говорю, да. Зубную эмаль разрушает. Погоди, вот это змеиное. Там змеиный источник и еще какой-то. Садовый. Это садовый. Нет, а садовый. Это садовый, это змеиный. А садовая колоннада – это другое? Это садовая колоннада, все, три источника. А, три источника в нее входит садовая колоннада. Ага. Ну, эту тетеньку Афродиту мы пить не будем, мы ее что-то не пьем. Пошли, мы пошли к змее. Пойдем. Вот змеиный источник. Для женской красоты. Да. Короче, да. Если что, Лара, да, всегда пьет змею, а я всегда пью Свободу. Но самое главное то, что змеей я не являюсь. Или змея, но добрая. И сразу же шкурку скидываю из себя, как змея. Да? И обновляюсь, и сразу омолаживаюсь. Но, кстати, хочу сказать, вкус минеральной воды. Да. Такая как минералка, только без газиков. Газики есть. Газики есть, силовенькие, есть газики. Маленькие. Представляете, что природа делает вообще? Супер. Откуда ты знаешь? Может, он кто-то сидит с газовым аппаратом, заливает там. Nein, нет. Кислую, протухшую, ржавую воду. Да, вот. Вот,
Вот мы туда, вон там, это большой этот как вот там сауна, бассейн. Комплекс. Комплекс этот. Большой комплекс. Как-нибудь надо будет туда. Ну, здесь много где можно так, допустим, себе забронировать, посетить и массаж. Есть тайский. Ладно, да, погладят тебя и все. Китайский. Ну, я заинтересоваться, если серьезно, этим вопросом, потому что это не просто так походить и водичку попить. Здесь надо с умом ее. Ну да. Потому что могут быть последствия со скорой помощью. То камни пойдут, то еще что-нибудь выйдет, и капец. Но вода реально вкус разный имеет. Название разное, вкус. И запах такой, и температура разная. Здесь было больше источников, просто со временем они уже перестали. Кальцинировались. Да. Закальцинировались, и поэтому их очень тяжело восстановить. Вот. Сейчас осталось на данный момент их, по-моему, 12 или 13. Да, что-то такое. 13 этот Бехеровка. А, да, 13 Бехеровка, да. И они в колоннадо. В наборе колоннад. Соответственно, для чего? Для того, чтобы лечить определенное заболевание. Вот если назначает врач, он говорит, какая-то, например, сегодня пьете с такой-то колоннады только. Потому что там по уровню микроэлементов идет послание. Ну вот мы на сегодня все источники пробежали, грубо говоря. По пути домой мы решили помассажировать. Тебя кайфуешь? Да, это очень классно. Релакс от мужа опять. Почему от мужа? От сидения. И этот причем. Отдых от мужа. А? Ну кайфуй. Здесь. Кайфуй. Вафельки местные. Но это мы потом будем. Возвращаемся домой. Но сегодня мы напились водички. А еда у нас будет завтра. И катание на велосипедах. Вот так вот.